Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами вновь затронем тему украинских беженцев не в Германии, а в Чехии. Ну и для сравнения потом сопоставим плюсы и минусы Чехии с Германией по вот этим вот условиям, предоставляемым беженцам. Так вот, буквально пару дней назад я встретился с одним человеком, беженец из Украины. Он приехал сюда из Одессы, вернее в Чехию он приехал из Одессы. Живет уже там целый год. Ему удалось выехать только потому, что у его жены инвалидность, и он должен был находиться постоянно вместе с ней. Его, в принципе, и призвать-то не могли бы, потому что ему уже почти под 60. И когда они приехали, я с ним разговорился по поводу вот этих вот всех условий, обитания, проживания и так далее. И вот когда они приехали, им предоставили в прошлом году еще 5 месяцев социальной помощи. Сколько же он сказал? 7 тысяч крон, кажется, социальной помощи, или 13 тысяч крон, я уже точно не помню, но не суть. На 5 месяцев. А я говорю, а что, за эти 5 месяцев тебе предоставляют курсы или интеграцию? Нет, тебе дают это пособие, тебе предоставляют квартиру, за тебя государство платит за эту квартиру, а потом по прохождении 5 месяцев все. В каком смысле? Ну, в том смысле, что ты уже обязан или идти работать, или, говорит, куда-нибудь ехать в другое место, где будет продолжаться халява. Хорошо, говорю, а если ты языка не знаешь? Ну, говорит, ну ты же сам прекрасно понимаешь, что чешский язык – это один из славянских языков, который, в принципе, если есть желание, выучить не так уж и тяжело. Но, говорит, с этого года Чехия дает только 3 месяца вот этой вот халявы. То есть до января этого года было 5 месяцев, с января этого года уже только 3 месяца, скажем так, интеграция, адаптация, вот эта вот психологическая, как, скажем так, подготовка людей. А потом уже через эти 3 месяца точно так же обрубаются все вот эти вот социальные льготы, и человек обязан, если он хочет жить дальше в Чехии, идти работать. Я ему рассказываю вот так и так, вот как вот здесь живут украинские беженцы, что вот уже некоторые даже ухитряются 2 года подряд посещать языковые курсы, заваливать эти курсы. Он говорит, я, между прочим, все это знаю, у меня же, говорит, тоже знакомые живут здесь, говорит, и они рассказывают, как через их вот этих вот приятелей, говорит, все это проходит. Говорит, они, говорит, знают, что такое, как вести себя на этих курсах для того, чтобы просто-напросто завалить эти экзамены. Говорит, они не хотят отсюда уезжать. Ведь проблема в том, что... Теперь, внимание, слова вот этого человека, приехавшего в Чехию как украинский беженец год назад. Вот он говорит, проблема в том, что те, которые, вот, допустим, у нас, говорит, одесситы или восточные украинцы, они, говорит, бежали, говорит, в глубинку от Украины. А западенцы, говорит, сдали свои квартиры, говорит, и рванули сюда, к вам, в Германию. Они, говорит, там, когда началась вот эта вот война, очень многие со Львова рванули в Польшу и в Германию. А квартиры сдали тем беженцам, которые бежали с востока Украины. Говорит, сначала у них цены были более-менее божеские, говорит, первый год так еще, а со второго года они взвинтили цены, что за квартиру за месяц $1000 платите. А секундочку, сколько? 1000 баксов за месяц? Он, да, говорит, они требуют с людей, если нет таких денег, вышвыривают на улицу. Я говорю, подожди, откуда же там у вас, говорю, на Украине такие деньги? Он говорит, вот так вот, люди продают свои машины, люди продают драгоценности, им некуда возвращаться, потому что там, говорит, дома разбомбили, квартиры уничтожили. И, говорит, жить-то хочется, говорит, а из страны, говорит, не выпускают. А вот эти вот западные, говорит, украинцы, они пронюхали вот эту ситуацию изначально и рванули, говорит, сюда, к вам, говорит, в Польшу. Живут, получается, говорит, на двойной стороне, то есть получают, говорит, здесь пособие и сдают квартиры там. Естественно, говорит, раз в 3-4 месяца, говорит, они ездят, говорит, почему они ездят? Чтобы, говорит, снимать деньги со своих квартирантов, проверять свои дома, квартиры, и возвращаются, говорит, обратно сюда. Это сказал человек, который живет в Чехии.
Я повторяюсь уже в который раз. Я ему спрашиваю: хорошо, а вот у вас там в Чехии много украинских беженцев? Он: ты знаешь, говорит, он живет недалеко от Карловых Вар. Кстати, Карловы Вары, это Марианские Лазни, прекраснейшие курортные места, скажем так, мирового значения, обалденные места. Он говорит: у нас вообще, говорит, по Чехии достаточно, говорит, много украинцев, их, говорит, слышно, видно, но, говорит, они ведут себя, стараются более-менее адекватно себя вести, потому что, говорит, законы, говорит, там такие, что если ты не работаешь, то тебе, говорит, уже никто ничего платить и не собирается. Там, говорит, не так, как вот у вас здесь, что можно, говорит, сидеть целый год, говорит, на пособии и нигде не работать. Я говорю: год? Тут некоторые ухитряются по 2,5 года сидеть на пособии. Он говорит: ну вот видишь, я, говорит, не особо тут знаю. Я, говорит, могу сказать вам за Чехию. То есть, смотрите, что у нас получается. Допустим, два соседа из одного дома с Украины бежали. Один прибежал в Чехию, другой рванул дальше в Германию. Тот, который в Чехии, он уже через 5 месяцев должен был пойти на работу, потому что ему бы не с чего было оплатить, допустим, квартплату, и не с чего было бы жить. Другой, прибежав вместе с ним, но только в Германию, до сих пор живет на социальном пособии и в ус не дует, скажем так. И вот как раз, когда я с этим человеком заканчивал разговаривать, подъехали ребята с украинцы, они беженцы, но они с Польши. И они живут в Польше вот уже 2 года, но они работают. И как раз вот эта тема коснулась и вот этих вот мужиков. Мы с ними там вот поделились нашей темой разговора, о чем мы с ними говорили, вернее, с этим человеком, о чем мы разговаривали. И они сказали: да, вы знаете, говорит, действительно, говорит, у вас в Германии тут полнейшая лафа. Очень многие, говорит, которые живут здесь, хвастаются тем, что они живут здесь от пуза. Вот судите сами, ребята, судите сами. Это не мои слова, это слова тех людей, которые бежали от войны с Украины. Они бежали, чтобы спасти свои семьи, как вот этот вот человек с Одессы. Он хотел спасти свою жену, поэтому он рванул. Почти под 60 лет ему он рванул с Украины. Он не хотел воевать, он не хочет воевать. Он сказал: вот зачем, говорит, Одесса, говорит, это же была всегда, говорит, русским городом. Его, говорит, Екатерина II, говорит, основала. Дюк Ришелье был вот этим архитектором всех этих вот огромных исторических зданий. А Екатерина II это его организовала, то есть создавала этот город. О чем, говорит, можно говорить? О какой вот Украине, если вот Одесса, говорит, перешла Украине уже при советской власти? И то, говорит, ни шатка, ни валка. Люди бежали от войны, они не хотели воевать. А те, кто не хотели воевать, приехавшие сюда, допустим, в Германию, я вот сказал вот ему и вот этим вот двум украинцам, которые живут в Польше: скажите, говорю, вот объясните мне смысл фразы. Человек, прибежавший из Украины в Германию, спасается от войны, приехал сюда, ему дали квартиру, ему дали пособие. Он, говорю, повязывает вокруг шеи украинский флаг, выходит на улицу, слышит русскую речь, подходит и говорит: слышишь ты, мы воюем там, чтобы русские не пришли сюда. Дальше я уже не стал говорить, они говорят: это как понять? А что, говорит, он сюда приехал? Я говорю: вот в том-то и проблема. Эти люди, которые прибежали сюда, они говорят нам, что они там воюют, чтобы русские войска не пришли в Германию. Я говорю: а мы, говорю, вроде бы и Германия никогда с русскими, современная Германия с русскими никогда не конфликтовала. Экономические связи были нормальные, политические отношения были нормальные. С чего бы это вдруг русским войскам приходить в Германию? Или они тоже вот эти вот балбесы понаслушались Соловьева да Скобеевой, которые кричат во все горло, что еще чуть-чуть и русские крылатые ракеты приземлятся в Берлине, на Рейхстаге или на Бундестаге, или где-нибудь еще. Если они слушают вот этих вот ведущих, то грош им цена этим людям. Ну вот такая у нас с ними получилась беседа. Сначала с одним, потом с другими. Вот.
И вывод я сделал для себя такой, что действительно немецкая миграционная политика была придумана какими-то лохами, которые никакого отношения ни к экономике, ни к политике не имеют. Им просто по их сердобольности хотелось угодить абсолютно всем в мире. И вот этим сомалийским пиратам, прибегающим сюда, и вот этим тунисцам, марокканцам, афганцам и так далее, им хотелось угодить всем. Поэтому придумали вот такую миграционную политику. А когда началась война между Россией и Украиной, и украинцы рванули сюда, в Германию, они начали, вот эти немецкие политики, задумываться над тем, что, елки-палки, что-то как-то, блин, напряжно, когда у человека выделенная социальная квартира, мы ему платим пособие на всю семью, оплачиваем ему квартиру, а этот человек ездит в обычный магазин Kaufland или Netto за картошкой на Майбахе. Что-то тут, что-то не то. Где-то, как сказали немецкие политики, где-то наша миграционная политика, блин, дала сбой. И очень многие политики, особенно от Альянса ХДС-ХСС, требуют пересмотра миграционной политики, требуют отмены очень многих льготных пунктов, в первую очередь для украинских беженцев. Границы-то уже закрыли. Теперь уже ежедневно отправляют обратно вот этих вот нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Германию. Многих украинцев, как я вам уже говорил в одном видео, из Тюрингии, например, просто-напросто им перекрывают кислород. Они не хотят дальше интегрироваться в жизнь страны. То есть они по два, по три раза они учатся на языковых курсах, экзамены сдать не могут. Естественно, на работу они не идут, потому что, как мне некоторые тут пишут, почему должен инженер идти мыть посуду? Извините, дружочки, я вам скажу на вот это вот ваше высказывание следующее. Я сюда приехал, я радиомеханик с пятым разрядом. Те, кто жил при Советском Союзе, знают, что это такое, какая это ступень. Радиомеханик с пятым разрядом. Ничего, я целый год работал на бассейне, блин, стекла мыл, полы мыл. Целый год работал на бассейне и не чурался этой работы. А они, видишь ли, по документам они инженеры, и архитекторы, и адвокаты. А в мозгах они обычные упыри, которые, блин, кичатся своим достоинством, по факту не имея никаких знаний у себя в голове. И поэтому многие немецкие политики уже сейчас закрывают глаза на то, что, как я сказал, Тюрингия просто-напросто перекрывает кислород украинским беженцам, которые не хотят ни учиться, ни работать. Им отменяют все социальные выплаты, и эти граждане вынуждены возвращаться обратно на Украину. В Баварии многим уже, я вам тоже говорил, что вот рассказывал один раз конкретно зацепил тему двух украинских ребят. Бывшие солдаты находились тут на реабилитации, сейчас они находятся здесь, как бы на вот этом вот, на статусе беженцев. Одному из них полностью отрезали все социальные пособия. И он пока что живет за счет своего друга. Насколько им этих денег хватит, фиг его знает. Но в любом случае, даже отсюда, с Баварии, очень многие украинцы, которым обрезают вот эти вот социальные выплаты, они уезжают. Уезжают, ну куда уезжают? Куда-нибудь едут в те места, где еще можно чего-то хапнуть. Потому что по-другому, ну никак это не объяснишь. Да, было в позапрошлом году вообще каждая третья машина у нас в городе была с украинскими номерами. В прошлом году уже чуть поменьше, каждая шестая, седьмая. Сейчас видно, но так издалека, изредка остались те, кто, может быть, начал работать. Может быть. Хотя, если бы они начали работать, то они бы смогли бы перерегистрировать свои машины на немецкие вот эти вот номера, на немецкие условия, на немецкие вот эти вот правила. Но они этого почему-то не делают. Они постоянно ходят, плачутся, им продлевают эти сроки, скажем так, вот эти вот временные страховки, покрывающие их вот это вот состояние, в котором они находятся здесь со своими вот этими машинами, допустим. Поэтому до сих пор, вот уже 2,5 года, многие украинцы здесь ездят на своих машинах с украинскими номерами. И естественно, когда по статистике вот это вот, как же называется эта контора, ну, по-немецки это TÜV, да,
То есть, где проходят техосмотры и так далее, вот, ежегодно, ну, не ежегодно, а раз в два года. Написали тогда пару месяцев назад, что каждая третья машина в Германии не прошла техосмотр. То есть, каждая третья машина — это были машины украинских беженцев, потому что первый год им это делалось абсолютно бесплатно, закрывали глаза и пропускали их машины через этот ТЮФ, через этот техосмотр, а со второго года уже начали указывать: извините, но ваша машина, там такие проблемы, там такие проблемы, там такие проблемы. Увы, грубо говоря, техосмотр завален. Приходите в следующий раз, когда почините свою машину. Вот так вот они ездят на своих поломанных машинах. Ну, кому как. Вот такие вот дела.